что? Посидим на дорожку. Да, да. Я уже не представляю тебя. Ну что, осталось всего 30 минут до часа X. Если честно, очень волнительно. Не понимаю вообще, как что будет. Хочется взять уже скорее на ручки, посмотреть, на кого они будут похожи, на папу или на маму. Понюхать, поцеловать своих сладких деток. Боюсь, переживаю. И очень благодарна своему мужчине, что он согласился пройти этот путь вместе со мной, потому что для меня его поддержка очень важна. Вот. Надеюсь, все пройдет хорошо. И мы станем родителями двух самых сладких в мире карапузов, которых мы очень давно ждем. И мамушка. Пока еще не верится мне. Ты же не понимаешь этого.